Всем привет! Сегодня я немного буду ломать вам глаза и мозг. Но это все необходимо, чтобы разобрать принцип действия транспорта в RPG Maker. Мы с вами рассматриваем тот транспорт, который является функцией движка и спрайт для которого выбирается в настройках системы. Чтобы разместить на карте транспортное средство, нужно переключиться в режим редактирования событий. Затем на свободном месте кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Установить начальное положение». Важно! Начальное положение может быть установлено только один раз. Если попробовать установить его на другой карте, на первоначальной лодка, корабль, дирижабль пропадет. Чтобы транспорт переместился на другую карту, телепортируйте игрока командой, пока он находится в транспорте в другую локацию. Или используйте команду «Переместить транспорт», чтобы, допустим, призвать транспорт к игроку. Я нарочно подготовила ряд участков для демонстрации проходимости транспорта. Самый простой и понятный – это дирижабль. Чтобы иметь возможность воспользоваться дирижаблем, он должен находиться на клетке, которую RPG Maker воспринимает как проходимую тайл нолик и сушу, то есть не тайл категории А1 анимация. При посадке в дирижабль игрок теряет возможность взаимодействовать с любыми событиями на карте. Однако все без исключения клетки становятся проходимыми. Высадиться из дирижабля также можно только на клетке проходимой суши. Следующий транспорт – лодка. Чтобы воспользоваться лодкой, ее нужно установить на непроходимый тайл – тайл-крестик категории А1, являющийся анимацией из трех больших частей. Понятно? Вот это анимация, а вот это баловство. Все тайлы анимации категории А1, помеченные как тайл-крестик, будут проходимы для лодки, кроме одного – вот этого тайла анимации. В чем логика? В том, что это основное и единственное отличие лодки от корабля. Для корабля проходимым будет и этот тайл. Он нужен, чтобы обозначить особо глубокую воду, на карте мира, например. Место, куда простая лодка не пройдет. Вот смотрите. Наглядно, ясно, понятно. А теперь поберегите глаза. Сейчас я, не меняя ничего, просто переключу раскладку тайлсетов, чтобы продемонстрировать, что программе совершенно все равно, что нарисовано на вашей плитке. Она воспринимает только разметку файла картинки своей внутренней логикой и реагирует на включенную-выключенную проходимость. Не очень эстетично, зато наглядно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, теперь вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, заменяя одну анимацию другой. Видео выходит на канале каждый четверг в 19:00 по Москве. По пятницам и субботам у нас стримы. Не думайте как игроки, думайте как программа. Создавайте иллюзии и творите. У вас все получится. Я верю в вас.